что затекают эти кровеносные сосуды. Поэтому надо так, 45 гребем, потом. Ну, у нас так, без формализма, знаешь как. Встаем там, встаем, покидаем. Так. Демократия. Каждый делает, что хочет. Кто хочет, гребет. Кто хочет, рыбу погоне за Хариусом на реке Осетр. Первая рыбка в нашем походе. Хорош. Подглядываешь? Алексей Владимирович жарит макароны в котелке. Опоздал. Без воды. Опоздал. Да. Жизнь походника складывается из двух вещей. Это приготовление еды. Не, из трех. Приготовление еды и ее уничтожение. И подготовка ко сну, что и происходит в данный момент, поскольку завтрак уже почти готов. А вот они, вот они. Оп, оп, оп. И замер. Найдем? Да. Тут дети будут смотреть. Вот так некоторые ходят на Кольский полуостров. Возле озера, вот так вот у берега сядут, а через две недели вылезают. А потом диалоги о рыбалке пересняли, да? Завершилось наше путешествие, пробное. Сем, да, и опять не поймали сёмгу. Баловство.